Всем здравствуйте! Вы на канале «Сказочный дворик», и сегодня вы послушаете сказку «Принцесса на горошине». Жил-был принц, он хотел взять себе в жены только принцессу, да, только настоящую принцессу. Вот он и объехал весь свет, искал такую, да повсюду было что-то не то. Принцесс было полно, а вот настоящие ли они? Этого он никак не мог распознать до конца. Всегда с ними было что-то не в порядке. Вот и воротился он домой и очень горевал. Уж так ему хотелось настоящую принцессу. Как-то вечером разыгралась страшная буря. Сверкала молния, гремел гром. Дождь лил, как из ведра. Ужас, что такое! И вдруг в городские ворота постучали, и старый король пошел отворять. У ворот стояла принцесса. Боже мой, на кого она была похожа от дождя и непогоды? Вода стекала с ее волос и платья, стекала прямо на носки башмаков и вытекала из пяток. А она говорила, что она настоящая принцесса. «Но это мы разузнаем», — подумала старая королева, но ничего не сказала, а пошла в опочивальню, сняла с кровати все тюфяки, подушки и положила на доски горошину, а потом взяла 20 тюфяков и положила их на горошину, а на тюфяки еще 20 перин из гагачьего пуха. На этой постели и уложили на ночь принцессу. Утром ее спросили, как ей спалось. «Ах, ужасно плохо!» – отвечала принцесса. «Я всю ночь не сомкнула глаз. Бог знает, что там у меня было в постели. Я лежала на чем-то твердом, и теперь у меня все тело в синяках. Это просто ужас, что такое!» Тут все и поняли, что перед ними настоящая принцесса. Еще бы! Она почувствовала горошину через 20 тюфяков и 20 перин из гагачьего пуха. Такой нежной может быть только настоящая принцесса. Принц взял ее в жены, ведь теперь-то он и знал, что берет за себя настоящую принцессу. А горошина попала в кунсткамеру, где ее можно видеть и поныне, если только никто ее не стащил. Знайте, что это правдивая история. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.